Склоню, будто перед вами виноватый, что ни разу не бывал в бою. С той поры лет много пролетело, времени не вынесла броня, да и вас мало уцелело, чем вы и дороже для меня. Пусть вы вас не покидаю, и радость светится в глазах. Пусть россияне прославляю вас навсегда во всех веках. Праздничные дни наша страна будет отмечать главный праздник – День Победы. И мы от всей души поздравляем вас всех с этим наступающим знаменательным днем. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой веры в лучшее, в мир без войны – это самое главное. Счастья и благополучия всем вашим семьям, детям, внукам и правнукам. Я уже волнуюсь. Я хочу представить вам театр «Романс». Светлана Абашкина. Ирина Жукова, Вера Мальчакова, Светлана и Александр Циглеры, Александр Козырев, Сергей Плетнев, Александр Борисин. Дорогие друзья! Вы знаете, нас с вами никогда не учили петь колыбельную, правда? Она вошла нас с кровью матери, с молоком. Нас никогда не учили вот той песни, которую, наверное, знаем все мы. Я, чтобы расстаться по-хорошему, предлагаю всем вместе спеть эту самую песню. Приходила, песню заводила, просипнула сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую,
больше, чем уверен, что никто из вас в жизни не учил специально эти слова. Но когда мы шли на 9 мая, она звучала вибрадутор, она звучала за нашим праздничным столом. Это своеобразная песня, символ победы. С наступающим вас Днем Победы, женщины милые, с наступающим днем 8 мая. Пусть вы будете всегда красивы и обаятельны. Пусть ваши мужчины ревнуют вас из-за вашей красоты к соседу. Мужчины, ну а вас, конечно, поздравляют 23 марта. Почему? С 23 февраля. Я должен сказать, что если взять старый календарь, то дата 23 февраля и 8 марта, они совпадают. Поэтому мужчин можно тоже с 8 марта поздравлять. Мужчины, будьте защитниками, будьте верны своим любимым. Со всеми вас праздниками. И, конечно, прежде всего, Днем Победы. И вам очень интересно, представили, назвали, что, да, кто пел, что. Интересно, а кто не по профессии? Прямо вот сразу, я пошла специально слева направо. А что интересно, вы обратили внимание, что у них три Саши? Да. И один Сережа. Значит, еще будет два Сережи, чтобы было три Сережи. Три Саши. И вот, да. И вам слово, кто по профессии? Педагог. Я представляю, это преподаватель детской музыкальной школы, да, и прекрасный баянист, а теперь, как вы услышали, он еще и автор песни, которую вы со слезами в глазах послушали. Бывший сотрудник органов внутренних дел, 30-летний стажер. Пенсионерка, конечно, но 40 лет отработала на скорой помощи в Марьяновской центральной больнице. Ребята, человек встречает только 8 лет, вот сколько скоро ей будет. Представляете, только. И сколько поете? 50. Браво! Так, представляете, кто по профессии? Основная моя профессия – хирург-реаниматолог. Вот так, товарищи, как вы можете такой человек такой профессии, казалось бы, очень, да, который требует большого напряжения сил, как он может открывать свою душу? Еще раз аплодисменты. Браво! Это только безделье. Вообще, любви к песне. Было время, у меня был момент, можно было попасть в омский хор, но нет. Но я не принял профессию. А вот сколько месяца сопрано? Ирочка. А я работаю в торговле. Представляете, так что работники торговли, имейте в виду, что можно петь тоже в хоре ветеранов педагогического труда города Калачинска. Я дизайнер, член Союза дизайнеров СССР. Понятно вам. По классу баяна. Оказывается, Митика скоро будет дуэт Саши. Да, Саши и Светы. Вот два баяниста собрались. А сейчас вы даже не можете себе представить вот этого человека. Это необъятных профессий. Тоже Александр. Кем я только не был, да? Последний. По образованию инженер-экономист. По профессии инженер-электронщик. Но с 2000 года занимался творчеством, то есть фотограф-дизайнер. Вот так. И еще биолог, любит путешествия. Кстати, пишет прекрасные стихи, Саша. И песни. Буквально недавно, по-моему, недели 3-4 назад, был его творческий вечер. Все с удовольствием ему поприсутствовали. Браво. Заревновали. Как вы... в том мультике, помните, там корову продавал мужик? Да, да. Такое нам нужна самому. Вот, да. Так вот,
вы знаете что? Мы так горюем, что она от нас выпорхнула. Наташенька, вы представляете, 8 классов закончила? Да, закончила. Это наша выпускница. Это кто не знает, да? Это наша родная калачинская Наталья Дьякова. 8 классов закончив, она улетела в Омское музыкальное училище. Так двоек наставили, что же да, да. И вот теперь она уже педагог с высшей категории, будем говорить, музыкально-педагогического колледжа, лауреат международных и региональных конкурсов, концертмейстер с большой буквы. Браво! Вот несколько, по-моему, лет 5-6 назад мы были в Татарке на конкурсе там. Играй гармонь. Нет, не гармонь. Мы до гармони еще не дошли. Это следующий этап. Романтика романсов. И жюри сидело довольно-таки приличное из Новосибирского театра оперы и балета. То есть, и когда мы отпели, Наталья Николаевна хотели сосватать в Новосибирский театр. Вот. Она была признана в этом конкурсе лучшим аккомпаниатором. Откровенно говоря, мы между собой так с удачей, там был аккомпаниатор из этого театра. Ну, извините меня, это по сравнению с Натальей Николаевной, это немножко есть разница. Мы показали. Молодцы. Вам, Калачин, спасибо за нее. Дорогие друзья, позвольте мне по поручению Комитета по культуре и искусств Калачинского района лично от Елены Александровны Ковалевской зачитать благодарственное письмо. Дьяковой Наталье Николаевне, руководителю театра «Романс» районного дома культуры Марьяновки. Уважаемая Наталья Николаевна, Комитет по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района выражает вам благодарность за высокохудожественное, музыкальное, искреннее эмоциональное исполнение литературно-музыкальной композиции «Письма с фронта». Вы сделали такой поклон в память героическому подвигу нашего Отечества. Письма с фронта помогали выстоять солдату, а весточки из дома вселяли надежду, согревали теплом и давали сил гнать врага с родной земли. Желаем вам творческих успехов, новых интересных проектов, признания почитателей вашего таланта, который заключается в любви к песне. Песенники – это художники, работающие на передовой линии нашего искусства. Так сказал великий композитор Анатолий Новиков, автора прозвучавшей песни «Сегодня дороги». С уважением, председатель Комитета по культуре и искусству Елена Александровна Ковалевская. Сейчас слово предоставляется представителям Комитета по образованию. Можно мне поближе к импозантному мужчине? Разрешите мне от лица всего калачинского образования, от лица профсоюза нашего образования калачинского подарить вам маленький, слабый, сладенький презент. Не сказать, конечно, словами, что мы пережили эти 2 часа. Я, честно говоря, у меня до сих пор ходят мурашки оттуда до сюда, обратно вверх и вниз. Любая песня, каждая нотка, вот все просто вошло, когда выйдет, не знаю, может, после 9 мая. Вот это такое трогательное чувство вообще, без слов, в общем. Спасибо вам большое, вам долгих лет, творчества, расти, расти еще много-много. Приезжать еще не раз в Калачинск, нас всех радовать, собирать. Конечно, не в таком маленьком зале. Большом тебе, большом. На руках. Спасибо вам большое. По приглашению замечательного коллектива, которым руководит Лидия Александровна Андреева. Это хор педагогического труда с песней «Во жизни». Я знаю, что у них 22 числа, в субботу, большой концерт в Омске, тоже с военной программой. Давайте им пожелаем большого успеха, чтобы их программа состоялась. А коллектив театра «Романс» принимает поздравления. Пожалуйста, кто желает. Пожалуйста, кто желает.
хочется вашему коллективу пожелать всего-всего самого доброго. Я волнуюсь тоже. Наш хор не только поет и пляшет, но и очень хорошо вяжет. Поэтому мы вам дали вот такой сувенирчик. Спасибо. Смотрите, и радуйтесь, и цветите так, как вот эти цветы. Спасибо. Цветут. Но там есть написано, что вам дали. Народный хор ветеранов Сударушки. Спасибо. Спасибо, Танечка. Касательство хора Сударушки. Так, кто еще хочет сказать, пожалуйста? Пожалуйста. Саша, пожалуйста. Начинаем вязать, ребята. Петь, хватит. Так, Сашенька, Сашенька. И представься, пожалуйста. Капитан запаса, офицер. Воле Божьей Самра Карина Калачин, воле Божьей служит Дальний Восток, до Байкалии, попал в Одессу. Сейчас живу в городе Одессе. Вот такое. И на пенсии стал писать песни. Это было для меня так неожиданно, потому что я никогда музыке не учился, нотам не учился. Не, ну попели меня в школе 5 минут, да. Я хочу стихотворение вам почитать. Называется «Прикрою». Это моя песня, мой песник, просто как стих почитаю. Я умываюсь. У меня оба деда погибли. Дед из Царицы, Калачинского района, и дед Киевлянин. Если даст Бог, останусь живым, полагаясь на Божью волю, доверитесь, ребята, к своим. Я прикрою. Прижимаю к груди автомат, две лимонки и нож я с собою, и пока будет зеркало стучать, я прикрою. Такие слова не скажешь, коль сердце как камень, и так не поступишь, коль жертвы нет любви. Не раз показала история, как русский парень спасал, не шляпая жизни других, от беды. Я не знаю, увижу ли закат, встречу ли завтрашний день зарею, за себя не боюсь, а ребят я прикрою. Я атаки противника жду, пусть смертную песню завоют, и ребят, и Россию свою я прикрою. Такие слова и не скажешь, коль сердце как камень, и так не поступишь, коль жертвы нету любви. Не раз показала история, как русский парень спасал не себя, а свою жизнь, других от беды. Мои песни есть в интернете. Меня легко запомнить. Александр Бражник. Вот, Александр Бражник, калачинский одессит. В Ютубе, в интернете. Наберите, ну, допустим, песню, вот я кружу, или песня «Первая любовь» у всех была, да? Ну, помоги Господь. Ну что, друзья? Мы еще не расстаемся, Саша. Здравствуйте, я хочу, чтобы мы расстаемся по-хорошему. Геннадий Андреевич, вы что-то скажите. У нас сегодня основатель нашего замечательного театра сказки для детей Геннадий Андреевич Пономарев. Заслуженные работы культуры. Ну, наверное, бы не мешало тоже вам всем сказать здравствуйте. Я с удовольствием смотрел. У меня очень много есть к вам вопросов и предложений. Но то, что вы задели вот такой огромнейший пласт в нашем искусстве, искусстве песенном, музыкальном, и тема победы 75-летней давности, которая воодушевляет каждого из нас, наверное, каждый из нас горд этим. Как бы там ни переписывали нашу историю, наша участь и наш вклад в эту победу неизмерим. Вот. Вот тут колено преклоненным нужно меня быть перед вами. Молодцы. Великое, это что-то большое. Вот мне за свою творческую жизнь приходилось с композиторами, которые сегодня звучали,
видеться вот так же вот рядом лично, и даже мы с Яном Хренкелем 3 месяца от Москвы до Астрахани и обратно плыли, и каждый почти вечер у нас были концерты. Система была такая. У нас в гостях, у вас в гостях радиостанция «Люкс». Валя Кринева и так далее. И вот с Анатолием Новиковым. Я даже играл в его спектакле. Петроградская сторона. Градов был автор, а Анатолий Новиков. Конечно, это все то, что может поднять и дух, и честь, и достоинство русского человека. И песни. Это высочайшая мера измерения человеческой души. Большое вам спасибо. Спасибо. И вам, я с удовольствием смотрел, хотя не аплодировал, но, наверное, заметили. Но я пытался проникнуться сутью вашего выступления. Было очень приятно. Молодцы, спасибо. Геннадий Андреевич, вы наш самый, как сказать, самый признанный человек культуры Калачинского района. И для нас ваше такое признание высокое коллектива театра «Романс», да, дома, я не могу все этим МКЦД, РКЦД, я привыкла Дом культуры говорить. Это, да, это высочайшее. И то, что сегодня на сцене присутствовали люди, верны песни, это замечательно. И такой проект, он не один у них, поэтому они называются, уважаемые калачинцы, театр «Романс». Сколько у них очень проекты разные, совершенно сегодня потрясающие. Я этот проект смотрела в Омске, они признаны, этот коллектив. И что сейчас мы с Натальей Николаевной, вот тут переглянулись, да? И мы хотели, знаете что, уважаемые марьяновцы, уважаемый театр «Романс», мы хотели вам одно слово сказать. Вот в знак нашей встречи одно слово. А теперь вы поднимитесь на сцену. Поднимитесь, пожалуйста. Помогите мужчине и женщине. Да. Отношение к сегодняшнему мероприятию. Да, еще хотела сказать. Если кто-то там еще что-то хочет сказать лично, коллектив «Романса» будет на сцене. Вот если кто-то еще хочет, не стесняйтесь, потом подойдете. А мы сейчас такое вот слово, я думаю, что мы и вас поблагодарим этим словом. И всех. Мишань-то... Да, традиции, а мы вот и сохраняем. Спасибо, уважаемая публика. До новых встреч. Мы очень рады видеть ваши лица. Спасибо. Ну спасибо. Что, друзья, остаемся по-хорошему, без помидоров.